Считанные часы до рейда, но мне нужно познакомить вас со всеми новостями и поделиться свежей инфой, так что я не качаюсь, а вот тут сижу с микрофоном. Привет, Страж, ты на канале Triple Vape, меня зовут Джонни Лейни, и сегодня, 14 сентября, в игре открывается новый рейд «Последнее желание». В 8 часов по московскому времени в локации «Город грез» станет активно это большое испытание для команды из 6 игроков. По словам Bungie, «Последнее желание» — самый большой рейд в истории Destiny. Количество боссов, если верить списку триумфов, минимум 4, а это уже действительно больше, чем на любом из рейдов в первой части и уж тем более во второй, хех. Что касается рекомендаций к уровню снаряжения по рейду, дата-майнеры сообщают, что для входа на рейд будет достаточно иметь 520 уровень силы, но рекомендуется все же максимально приблизиться к значению в 550. Противники будут иметь именно такой уровень. Bungie так и не сообщили официальные цифры, но и не опровергли эти. Вообще, они кажутся довольно правдивыми. При этих показателях на старте логично предположить, что престижная версия рейда в дальнейшем будет иметь около 570-580 уровня силы. Ну и не забывайте, рейд в городе грез, в месте, в котором секретов и тайников больше, чем где бы то ни было, а значит и на рейде нужно будет внимательно все осматривать и изучать в поиске дополнительного лута. Я бы советовал вам запастись настойкой королевского листа, тем ресурсом, который помогает видеть скрытые порталы и пути по высшему измерению. Уверен, она пригодится в последнем желании. Получить ее можно за активности в патрулях или купить у черепа Ахамкары, путь к ним я показывал вот в этом видео. А также в этот раз будет применена новая механика. Прохождение рейда, кем бы то ни было, любой командой, изменяет его для всех игроков и меняет локацию «Город грез» вообще для всех, что бы это ни значило. Ну а сами Bungie подогревают интерес к прохождению особыми наградами в реальном мире. Например, команда, которая первой в мире закроет рейд, получит настоящий чемпионский пояс. Также каждая команда, закроющая рейд в первые 24 часа со старта, будет награждена супер-эксклюзивной эмблемой «Высшее желание». Но и это еще не все. Прямо как в телемагазине, ага. Каждый игрок, завершивший рейд до вторника 18 сентября в 8 часов по московскому времени, также получит доступ к покупке эксклюзивной куртки, в которой вы такие заходите в бар, а вам говорят: «Дядь, ты чё нацепил?» Только если это не бар, в котором проходят встречи русского комьюнити Destiny, там вам за нее еще и нальют. Команда Triple Vape, конечно, сегодня отстримит это грандиозное событие. Приходите посмотреть на наши вайпы, решения загадок, а гайд по прохождению рейда появится, как получится скорее. Понимаю, что всем не терпится его пройти. Вот, инфы мало, но я просто старался никаких спойлеров все же не давать. Прощаюсь на этом, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и прийти сегодня на стрим, буду вас ждать. Удачи!